Его называют русским Микеланджело. Его монумент Победы в Воронеже – символ советского монументального искусства. Прославленный российский скульптор, художник, архитектор Федор Сушков. К сожалению, его уже с нами нет. Но память об этом великом, талантливом человеке живет в его творчестве, наследии, которое он оставил человечеству. Ведь в каждом его произведении живет его душа. С 2021 года коллекция его работ находится в России. И нам вдвойне почетно, что стены Центрального офицерского клуба воздушно-космических сил приняли выставку выдающегося Федора Кузьмича Сушкова. Дедушка мой, да, Федор Кузьмич Сушков, был, конечно, очень неординарная личность. Безусловно, талантливая, гениальная, великая. Столько эпитетов я уже за 20 лет работы с его картинами слушаю про него. Могу сказать, как внучка, то, что такой любви, такой доброты человека и такой, знаете, силы, характера непоколебимого, железного, знаете, я вот в своей жизни пока еще не встречала. Его произведения неоднократно выставлялись на музейных площадках Европы. Он стал лауреатом многих престижных международных премий в области искусства. В основе всех его монументов лежит глубокая религия образа солдата и Родины-Матери. 7 июня в 17 часов состоится открытие выставки. Мы приглашаем всех, ведь Центральный офицерский клуб воздушно-космических сил, наши двери всегда открыты для вас.